Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, зайдем в магазин и откроем бесплатно колоду. Нам достается кто? Змея Карай. Окей. Забираем награды. Так, поднять уровень персонажа и сразиться в боях. Ну что, где наш Ванька-стиранка? Навыки. Что нам нужно? 6 джойстиков нам нужно найти. Один есть. Так, давай. Один есть, и все. И пошло-поехало. Учебники, крюк-кошка, как всегда, да? А давай вот здесь попробуем. Мне кажется, здесь шансов побольше. Второй. Может быть, третий дадут? Ну давай, не жмись. Нет, дают один мутаген. Геймпад. А мне нужен джойстик. Отлично. Давай дальше. Так, телепортик. Один достался на халяву. Опять геймпад и телепорт. Еще джойстик. Так, друзья мои, сколько там еще осталось-то мне? По-моему, две штуки. Так, давай-ка посмотрим для точности. Да, две штуки. И... Подожди, последнюю. Если мы сейчас находим, то будет собрато. Но нам выпадает всякая ерунда. Есть. Так, ну что, друзья мои, секундочку. Сейчас мы... Здесь нам ничего не нужно. Турнирная арена. Давай посмотрим, где мы находимся. Так, друзья мои, 36 ранг, Лига Мастеров 3 звезды. Нам нужно с тобой что сделать? Естественно, занять первое место. И я возьму вот эту вот команду. Так, я думаю, здесь мы справимся с тобой без откатов. Ничего здесь тратить не будем. Нам нужно всего лишь сколько? 3 победы сделать и все. Массовая атака. Сразу же. Тут даже не обсуждается. И Армагуша добивает. Все. Я думаю, где-то позиция будет 24-я, может быть даже 23-я. А может быть 20-я. Сейчас посмотрим. 36-я и станет 28-я. Чё за бред, эй? Чё за бред, я тебя спрашиваю? Так, Шредера и Леонардо. Возьмем с тобой вот так вот. Так, друзья мои, ну что, сегодняшняя серия у нас просто подведение итогов к понедельнику. Потому что он уже не с горами. Мы с тобой сейчас все сделаем. И, как говорится, будем ожидать новую неделю. На новой неделе будем бустить. Как раз я успею, друзья мои, это сделать перед работой, лишь бы только не проспать до самой работы. А то у нас ничего не получится. Так, какая позиция? Сейчас, я думаю, будет 19-я. О, 18-я, отлично. И серия эта получается у нас коротенькая, потому что, ну, нам здесь с тобой делать нечего. Все, что мы могли, уже давно собрали. Единственное, что будем бустить. Точнее, не бустить, а фармить. Фармить, да, это мы будем с тобой делать. Так, поехали. Ну что, Супер Шреддер, ты готов? Давай, выпускай свои клинки. И Армагоша на добивку. И я думаю, что последний бой нам остается здесь, чтобы попасть обратно в топовое место. Идеально. Идеальная победа. Ну что, давай посмотрим. Какую там, 9-я позиция или что? 8-я, окей. И последний, заключительный поединок. Возьмем, наверное, вот этих вот противников с тобой. Здесь возьму Армагона. А я хотел не тратить откатики, но видишь, не получилось. Пришлось все-таки использовать их. Ладно, ничего страшного, мы с тобой еще накупим. Тем более у нас $950. Это приличное количество. Нам хватит на много чего.
Так, тихо. Армагуша, давай, бомби. Все, друзья мои. Ну что, я надеюсь, первое место мы занимаем и идем с тобой на фарм. Именно будем сегодня Кренга пытаться достать. Ну-ка, смотрим. А, да, отлично. Так, задания выполнены. Здесь все это забираем. Поднять уровень персонажа. Так, у нас с тобой 13 тысяч мутагена. Я думаю, что... Во, классика Шреддер. И не хватает, да? До 53 уровня, к сожалению. Ну, ничего страшного. И так все нормально. Рафаэльчика получили в магазине. Так, давай посмотрим, по энергии у нас что? По энергии, зачем я сюда зашел, скажи-ка мне на милость. Мне нужно вот здесь вот. Так, ребят. Ах, ёк-макарёк, 75 нужно. Монета, у меня 72, не хватает чуть-чуть, к сожалению. И жетонов у нас 390. А нам нужно 710. Чудесно просто. Ну что, давай идем на испытание и усиление технодрома. Так, ну что, здесь есть резон попробовать, да, друзья? Поехали. Золотые осколки. Ноутбук Дона. Шреддер. Кренга, дайте мне Кренга, блин. Есть. Вытянули, друзья. Так, ну что, и остается вот здесь только попробовать. Бинокль, который мне нафиг не нужен. Маяки тем более. Ну, трындец. Да. Всякую лабуду дают, ребята, но не то, что мне нужно. В принципе, все. Можно закругляться, потому что, ребята, все, что я хотел, я получил. Больше нам здесь с тобой делать абсолютно нечего. Единственное, что я могу предложить, это потратить всю пиццу. А чтобы ее потратить, нам достаточно попробовать продолжить поиски. Нам нужно с тобой 10 ячеек Кренга. 10 ячеек Кренга. И мы прокачаем тогда ему скилл. Так, 2 ячейки уже есть. Так, а пицца кончается очень быстро, да? По 8 штук у нас улетает, поэтому здесь тоже много не пофармишь. К сожалению, все. Пицца закончилась. И я ничего абсолютно сделать не могу. Я могу прокачать до 7 ступени, но, ребят, я скажу вам одно. Не стоит тратить вот эти вот знаки на вот этот вот удар. Он того не стоит. И что же мы тогда можем с тобой сделать? Ничего. Вообще ничего, ребят. Блин, как же мне хочется получить какую-нибудь там 8-ю, 9-ю главу, 10-ю. Ну, продолжение элементарно, да? Посмотри, сколько у нас. Тут 28 ДНК. Это в запасе. Тут 20 6 10 15 12. Так, Донателло видение, да? Нужно 17 ДНК, ребята, он получит фулл звезды. Рокстеди, кролик. 100 ДНК надо, ребята. 100 ДНК. Здесь, смотри, сколько. 85. Здесь 93. Да фигища на самом деле. Да, как ни крути, ребята. Фармить, фармить и еще раз фармить. Очень много кого нужно нам прокачать еще. Несмотря на то, что у нас и так много персонажей. Ну и Крэнк, естественно, у него 28 ДНК из 100. Еще нужно нам 72 ДНК найти. 72, это очень много. Да, ребята? Все. Больше я здесь пока сделать абсолютно ничего не могу, ребята. Так, подожди-ка, у нас мутагена 5320. Сейчас, секунду. Леонардо Космос, ты как? Да, получает 51 уровень. Слушай, подожди, а что у него там за этот? Блин, куда он перелетел? Твою налево. Там у него какой-то был удар четвертый, я так и не понял, что это за удар такой.
новенький какой-то. Я, наверное, его и не видел. Да, друзья мои, может быть, даже не буду эту серию выкладывать, не знаю, посмотрим. Тут, в принципе, ничего не произошло. Заняли обратно с тобой первое место. Попробовали пофармить Крэнга со Шреддером, нам выпал только Шреддер. Крэнга, может быть, даже завтра перед обновой, если я успею, я еще раз попробую пофармить. Надо хотя бы до 30-ки догнать, и все будет великолепно. Ну, а на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты. А вот и мы, здесь четыре ниндзя-черепахи. Твои кумиры от приемов, соперники в страхе. Наша квартира андеграунд, канализация. Мы пиццы короли, срываем овации. Непобедимы мы, круче всех. Мутаген дал нам это в нем секрет. Из тени на свет, с нами делаешь шаг. Хорошие парни будут побеждать. Леонардо, лидер команды, он первый среди нас, он талант из талантов. Донателло разберет и соберет механизмы. Рафаэль, ему не занимать харизмы. Микеланджело, он уникален. Если где-то вечеринка, значит там этот парень. Мастер спринтер обучил их всяк умению драться, чтобы быть командой, зеленым братством. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки, носим панцирь как рубашки, юные таланты.